В Российской Федерации с нарастающим итогом у нас уже зафиксировано 2 миллиона 114 502 случая новой коронавирусной инфекции во всех субъектах Российской Федерации. И в том числе за последние сутки у нас 25 173 новых случая. Также они наблюдаются во всех субъектах Российской Федерации. Число умерших пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 превысило 36,5 тысяч. Летальность по Российской Федерации составляет 0,7%.